Мы сегодня проводим очередное заседание антитеррористической комиссии Республики Калмыкия. У нас с вами в повестке дня ряд очень важных и своевременных вопросов, которые нам сегодня необходимо обсудить. И не просто обсудить, а принять конкретные решения. Мы неоднократно на эту тему говорили. Тема очень серьезная, я имею в виду, во-первых, конечно же, профилактика террористической, экстремистской деятельности в республике. Профилактика во всех сферах, это и защите наших учреждений образования, здравоохранения, в защите учреждений топливно-энергетического комплекса. Мы в прошлом году принимали ряд решений, мы сегодня послушаем по итогам принятых решений, какие результаты у нас есть. Хочу отметить, что за прошедший 2014 год мы провели 22 мероприятия контрольно-проверочных по тем объектам, о которых я упомянул выше. На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что у нас с вами в регионе обстановка стабильно контролируемая. Но, тем не менее, с учетом вероятных угроз, которые могут быть в отношении объектов здравоохранения, образования, то есть объектов массового пребывания детей, в первую очередь, наших граждан, вот существование этих угроз заставляет нас более серьезно относиться к тем, на первый взгляд, мелким нарушениям и недочетам, которые у нас есть и которые были скрыты вот в ходе тех проверочных мероприятий, о которых я упомянул. Поэтому давайте вот сегодня исходить из того, что мелочей в данной работе у нас с вами быть не должно. Это касается, во-первых, корректировки паспортов антитеррористической обеспеченности объектов, или же в отсутствии таких паспортов, значит, здесь нужно правительству республики принять все меры для того, чтобы в кратчайшие сроки устранить эти недочеты. У нас с вами есть проблемы, связанные с недостатком финансирования в части обеспечения безопасности некоторых наших объектов в сфере здравоохранения и образования. Но еще раз повторюсь, вот вероятность существования угроз, особенно в настоящее время, в современный этап развития страны и региона, заставляет нас исходить из того, что даже при недостаточном финансировании нужно, тем не менее, изыскивать все резервы и эти недочеты устранить. Коллеги, я предлагаю начать работу нашего заседания. Регламент, я думаю, тот же, то есть основной докладчик это 5-7 минут и в прениях по вопросам до 3 минут. Если принимается, давайте начнем работу.